Всем привет! В этом видео у нас будет беспроводное реле до 10 ампер от компании Sanov с управлением по Wi-Fi и радиоканалу. Приходит устройство в небольшой упаковке, внутри коробка, на которой расписаны основные характеристики. В коробке инструкция на трех языках: английский, немецкий и китайский, что-то похожее на гарантийный талон, набор болтиков и само реле. Во время покупки я думал, что в комплекте идет еще и пульт, но оказалось, я выбрал комплектацию без пульта. Обидно, досадно, но ладно. На корпусе опять же расписаны характеристики, имеется одна кнопка. Под боковыми заглушками контакты для входа и выхода 220 вольт, а также два отверстия для прикручивания устройства к стене, потолку или куда вам захочется. На всякий случай размеры устройства примерно 4 см на 9 см на 2,5 см, вес 50 грамм. Вскроем устройство. Корпус держится на защелках, плата внутри никак не закреплена. Справа снизу на плате видна антенна Wi-Fi, ближе к центру антенна для 433 МГц. Снизу кнопка и двухцветный светодиод. Похоже, что контроллер находится под платой с антенной 433 МГц, но она припаяна к плате, поэтому заглянуть не удается. Отпаивать не стал. Контакты нигде не торчат. Есть чуть-чуть неоттертого флюса. В общем и целом сделано аккуратно. Подключаем устройство в разрыв удлинителя. Как вы видите, контактов всего 4, 2 на вход и 2 на выход. Хотелось бы дополнительные контакты на входе и выходе для заземлений, но их нет. Корпус имеет небольшие зубчики, которые удерживают провод. Первое, что мы будем проверять, работа по каналу 433 МГц. В многих устройствах в пульт вбивается необходимый для какого-либо действия код, что создает определенные ограничения при выборе пульта. Тут же происходит по-другому. Устройство запоминает код, отправляемый пультом. Чтобы добавить в устройство код, необходимо подать на устройство питание и после того, как оно включится, зажать кнопку на устройстве на 3 секунды. Диод на устройстве на секунду сменит цвет, после чего отпускаем кнопку на устройстве и зажимаем кнопку на пульте. Все, кнопка добавлена. В инструкции говорится, что таким образом можно добавить до 14 кнопок. Ну а теперь для домашнего использования небольшой, но все же минус. В инструкции есть информация по поводу того, как очистить все добавленные кнопки. Для этого зажимаем кнопку уже на 5 секунд и после этого нажимаем на любую кнопку на пульте. Но я нигде не нашел информации о том, как убрать одну кнопку. Мало того, как оказалось, при удержании кнопки больше 5 секунд происходит полный сброс настроек устройства. И его нужно заново подцеплять к приложению в телефоне. По поводу приложения на смартфон. Называется оно EVLink. Естественно, требует регистрации, но с ней проблем нету. После регистрации нажимаем на плюсик внизу и добавляем устройство. Во время добавления указываем Wi-Fi точку из тех, что ловит на текущий момент телефон, и пароль. После задаем имя и все готово. Что можно делать в приложении? Первое. Включать и отключать реле в любой точке планеты, где есть интернет. Второе. Задать циклическое включение и отключение подачи электричества. Третье. Установить таймер на включение и на отключение подачи электричества. Четвертое. Включать или отключать электричество по расписанию, максимум 8 таймеров. Пятое. Поделиться возможностью управлять устройством с кем-то другим. Справа сверху есть история последних 10 действий с указанием того, кто это делал, возможность удалить из программы устройства и дополнительные настройки. В дополнительных настройках можно: первое. Сменить имя устройства. Второе. Обновить прошивку. Третье. Включить или отключить уведомления о включении и отключении подачи питания не через приложение. Четвертое. Функция, указывающая состояние реле после подачи на устройство энергии. Пятое. Возможность включать устройство на небольшой промежуток времени, после чего тут же выключать. Достаточно интересная функция. Шестое. Выключить светодиод на корпусе. Седьмое. Некая функция под названием «добавить камеры». Что она делает, я точно не знаю, ответа в интернете не нашел. Также там есть ID устройства и его MAC-адрес. У программы есть свои сценарии, но для них нужно несколько устройств. Также есть страничка с вопросами, связью, настройками и тому подобным. С моей точки зрения, ничего интересного. На главный экран можно вынести виджет. Ну и попробуем что-то посерьезнее подключить. Это у нас чайник, его ток больше 7 ампер. Работает нормально.
Мое мнение. В общем, устройство оставило приятное впечатление, но не без недостатков. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, оставляйте комментарии. На этом у меня все. Спасибо за просмотр и удачных вам покупок!